В ауле Иркенхал Ногайского района прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию улицы имени заслуженного деятеля науки Карачаево-Черкесии, доктора исторических наук Рамазана Хусиновича Кирейтова. Собравшиеся отдали дань памяти человеку, внесшему значительный вклад в развитие не только ногайской, но и российской этнографической науки. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Хранить память о человеке – это наш священный долг, является основой нашей культуры. Рамазан Хусинович Кирейтов навсегда увековечил свое имя, вписав его в историю науки нашей республики. Собравшиеся отмечали, что он внес значительный вклад в развитие российской этнографической науки, как ученый-историк. Заместитель председателя правительства республики Джанибек Суюнов подчеркнул, что открытие улицы Рамазана Кирейтова является значимым событием в истории его родного аула Эркинхалк. Рамазан Хусинович был знаковой фигурой в нашем ногайском народе. Он таковым и остается. Еще много нам предстоит осознать, изучить его труды и понять, насколько глубинно он близок был не только по отношению к своему народу, но и по отношению всей нашей многонациональной Карачаевой Черкесии. Рамазан Кирейтов достойно представлял нашу республику на многих научных конференциях. Будучи плодовитым ученым, он оставил огромное научное наследие, которым много десятилетий будут пользоваться. У него около 150 научных публикаций, в том числе 6 монографий. Его имя пользуется огромным авторитетом в научном мире, не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами. Он был один из деятелей науки, которые называют совестью нации. Такие люди, конечно, остаются в сердце народа и в памяти. Историк-этнограф Рамазан Хусинович посвятил себя тому, чтобы собрать, обобщить и сохранить духовную культуру, традиционное наследие нашего народа, чтобы не растерялось оно на извилистых дорогах трудной истории ногайцев. Рамазан Хусинович – ученый-кавказовец с мировым именем. Его научные труды находятся в библиотеках Германии, Турции, Америки и ближнего зарубежья. Всю свою жизнь он посвятил познанию своего народа, отмечали участники мероприятия. Человек даже уходит, но его дела, его отношение к жизни, вот как будто он сегодня рядом с нами. И на самом деле он не только был драматургом, этнографом, но и явным ученым, просветителем, который продвигал историю ногайцев вперед. И в буквальном смысле из-за его трудов мы гордимся своей историей. В свою очередь, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований Заида Зинеева особо отметила талант многогранности личности Рамазана Кирейтова не только как историка, но и как мастера художественного слова. Рамазан Хусинович является автором нескольких литературных произведений пьес, многие из которых успешно ставились на сценах у нас в республике. Заида Зинеева подарила семье Кирейтовых книгу «Ногайцы», изданную в Москве. Данный труд является 38-м томом из академической серии «Народы и культура России». По просьбе Валерия Александровича Тишкова, главного редактора серии «Народы и культуры», это академическая серия фундаментальная, которая начало берет свое с февраля 92 года, и более того, Рамазан Хусинович принимал участие в первом совещании в Ростове-Великом, тогда, когда принималось решение о начале публикации работы данной серии. После памятную табличку с названием улицы, носящую имя Рамазана Кирейтова, торжественно открыли исполняющий обязанности главы администрации Ногайского района Мурат Хапиштов и заместитель министра имущественных земельных отношений республики его родной сын Энвер Кирейтов. После Энвер Рамазанович выразил слова благодарности всем, кто почтил память историка-этнографа. Алихан Лепшоков, Асан Найманов, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Ногайский район.